Третий вопрос. Как назывался путь эвакуации людей из блокадного Ленинграда? Какой олимпийский вид спорта родился в России? Самарские студенты ищут ответы на разные вопросы. Об истории Великой Отечественной войны, о достижениях соотечественников в творчестве, спорте и других областях. Чтобы победить, необходимы разум, интуиция, скорость и командность, сокращенно РИСК. Именно так называется интеллектуальная игра, прошедшая для волонтеров Победы в рамках специальных мероприятий международного патриотического проекта «Парад памяти». Символично, что выставка, посвященная десятилетию парада, и стала местом встречи самарских волонтеров Победы. Основная, конечно, задача волонтеров – это сохранение исторической памяти. И легче всего ее донести в игровой форме. И когда они, получается, узнают о событиях, о мероприятиях, о датах тех лет, в тот момент, когда это было все не так просто, но в игровой форме это легче как бы узнать, получить, заинтересоваться. Волонтерам Победы, крупнейшему российскому патриотическому движению, собравшему по всей стране десятки тысяч последователей, в этом году 5 лет. Ежегодно в Самарской области более 3500 волонтеров Победы помогают в проведении мероприятий и оказании адресной помощи. Парад памяти пройдет без прохождения парадных расчетов на площади Куйбышева, но спецмероприятия продолжаются. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией активисты движения большую часть мероприятий проведут в онлайн-форматах. Мастер-классы, экскурсии, квесты, викторины, квизы. Уже юбилей сегодня, замечательный праздник. С утра я проснулась с замечательным настроением. Мы с мамой приготовили торт и поехала я сюда отмечать, значит. А почему волонтеры Победы? Ну, потому что это важно, чтобы сейчас нынешнее поколение знало настоящую историю и могла дать отпор тем, кто не верит в истинность нашей Победы и причастность к этому. Интеллектуальная игра прошла с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора. На входе на площадку все участники игры обработали руки антисептиком, прошли термометрию и получили маски, в которых находились на протяжении всей встречи. Выставка «Десятилетию парада памяти посвящается» открылась 9 октября и продолжится до 9 ноября. Весь месяц за соблюдением масочного режима и социальной дистанции на выставке следят волонтеры Победы. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.